С 21 сентября городской кроссовер HVL Jolion стал участником государственной программы льготного автокредитования. Напомним, в кредит, пользуясь господдержкой, можно приобрести автомобили ценой до 2 миллионов рублей, выпущенные на территории России. Изначально Jolion стоил дороже, но марка HVL сумела провести оптимизацию своего бестселлера, и в базовой комплектации Comfort городской кроссовер теперь стоит 1 899 тысяч рублей. В рамках государственной поддержки скидка при покупке автомобиля достигает 20%, а на Дальнем Востоке – 25%. При этом россиянам доступны 5 разных программ, из которых можно выбрать наиболее подходящую. Так, программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи, в которых есть один или более ребенок. Механизм «Первый автомобиль» доступен клиентам, которые до этого никогда не имели своей машины. Отдельные предложения действуют для россиян, что являются работниками образовательных или медицинских государственных организаций. Это программы «Медицинский работник» или «Работник образования». Также субсидия полагается тем, кто сдает по системе трейд-ин автомобиль возрастом свыше 6 лет, которым клиент до этого владел более 1 года. Добавим, что новый городской кроссовер HVL Jolion выпускается на собственном заводе в Тульской области. В основе модели лежит новейшая архитектура Lemon, что отличается повышенным содержанием высокопрочных сталей. В базовую комплектацию Comfort включен климат-контроль, 10-дюймовый тачскрин медиа-системы, две подушки безопасности, подогрев передних сидений и круиз-контроль. Кроме того, с 16 сентября HVL также участвует и в государственной программе льготного лизинга. Покупатели кроссоверов и внедорожников этой марки могут получить автомобиль на интересных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от цены. Максимальная скидка по льготному лизингу не превышает 500 тысяч рублей на одно транспортное средство. Притом никаких ограничений по количеству и сумме субсидий на одного лизингополучателя не предусмотрено. В программе государственного лизинга участвуют абсолютно все модели марки HVL, произведенные на территории России. К слову, HVL сейчас — это единственный иностранный бренд, автомобили которого попадают под программы господдержки, льготного кредитования и льготного лизинга.